Ну что, друзья, рад приветствовать у себя на канале. Сегодня я наткнулся на очень интересное приложение под названием Veeam. Это подобие мессенджера социальной сети TikTok. Вам буквально можете зарабатывать за просмотры, за создание своих мемов и за приглашенных по рефералам. Досмотрите видео до конца, и я подробно вас с этим ознакомлю. Добро пожаловать на канал PolExpert, с вами Владимир. Друзья, все в принципе просто, вам нужно нырнуть в описание, скачать это приложение, я там оставил все подробности, и в принципе ничего сложного нет. Регистрация проста, как обычно, по электронному адресу, там можете по Apple ID, по Gmail почте, неважно, делайте какие-то коррективы, ну и в принципе я сейчас вам все наглядно покажу. Приложение, которое называется YEP, то есть оно простое в регистрации, то есть изначальное окошко вас встретит то, что вы будете листать какие-то мемчики, все, ставите лайки, дизлайки, можете там писать какие-то коррективы, отправлять, делиться и так далее. То есть все как обычно там в любом мессенджере, там TikTok или Instagram, но нам за это платят. То есть первый способ заработка, если мы перейдем в профиль, нажмем на настроечки, видите, то есть здесь можно какие-то внести коррективы, имя там все, к сожалению, может для кого-то то, что это на английском языке, но в принципе доступно, понятно. То есть свой профиль сюда на кошелек, верхний правый угол, видим, что у меня 0.004, нас должна быть здесь десяточка, здесь все считается в USDT, вы будете выводить денежку, вы когда сюда нажмете, у вас появится здесь возможность прикрепить свой USDT кошелек, то есть вы выводите минималочку 10 USDT, все в принципе просто, доступно и понятно. Какие способы заработка? Здесь нам рассказывают то, что вы можете смотреть мемы, публиковать там их свои, либо же перекачивать, не имеет значения, нету никаких авторских прав. Первое, это просто посещение на самом сайте, то есть сидеть мемы, лайкать там, дизлайкать, комментировать, смотреть полтора часа, час или полтора часа платится $1. Первый способ был. Второй способ, это вы делаете свои мемы, если у вас залетает, вы точно так же имеете какие-то деньги. Третий способ, это вы получаете 30 центов от каждого реферала. Все, вот в принципе основная цель данного продукта, в принципе, это все работает. Действительно, я посмотрел некоторых ребят, вот я вам наглядно сейчас все тестирую, показываю, и в принципе ничего сложного нет. Пути публикации, нажимаете на плюс, вы либо с галереи это делаете, если у вас загруженный файл, либо же по ссылке с какой-то соцсети. Но лучше, я вам скажу на своем примере, чтобы не сталкиваться с трудностями, скачали, с галереи выгрузили, выбрали там какой-то докосик и все, опубликовали. Добавляете теги, как обычные там теги я закреплю в описании под видео, самые популярные, которые здесь являются, вы их крепите, выбираете там наименование, у вас появится там, к какой теме относится, я там выбираю там лайфстайл, допустим, и видео. Все, и публикую, потому что у меня канал именно Just Run, я здесь со своего канала все публикую, чтобы не разбавлять, в принципе, аудиторию. Мне интересно так, потому что с Apple Expert, в принципе, здесь ну, нету смысла ничего публиковать, люди здесь иностранные, не поймут то, что я буду говорить на русском языке, поэтому наглядно вот как-то так. Напоминаю вам, когда вы переходите в профиль, всех приглашенных друзей вы можете найти здесь, перейдя сюда. Все у вас здесь будет отображаться. Точно так же, хотите посмотреть свой общий баланс, нажимаете сюда. И здесь у вас будет освещиваться баланс. Чтобы вывести деньги, жмете вот сюда. И вот у вас здесь появится White Draft. То есть сюда нажимаете, у вас будет описано, здесь появится возможность ввести свой электронный кошелек. Вот и все, друзья. Напоминаю вам, что обязательно переходите по ссылке, качайте данное приложение. Вы имеете три способа заработка. Просто просмотр на сайте, просто создавать свои мемы. И если залетает видео, вы получаете за это. И по реферальной системе 30 центов за каждого реферала. Минимальный вывод 10 USDT. Как видели, та валюта, которая нам описывается, это является 10 USDT. Вы выводите на Binance, на электронный кошелек. Сразу же у вас там появится такая возможность. В течение дня деньги приходят. И никакой комиссии, конечно же, нет. Вот как-то так, ребята. Действительно просто. Пассивный доход. Очень приятно, что нас разработчики радуют такими мелочами. А нам приятно. Подписка на канал, прожмите колокольчик, оставьте позитивные комментарии. Дальше больше. Скоро увидимся.